«Красная зона», 21 и 22 серии Хлебников, наотрез отказывается вести дела с поставщиком лекарств Резником, другом Заславского, из-за невыгодных условий договора. К Нане Туридзе приезжает брат, врач-ортопед Давид. В больницу привозят балерину Ксению со сломанной ногой. Врачи настаивают на операции, но мама Ксении против, она готовит дочку к важному показу. Поскольку нет времени искать именитого хирурга, девушку оперирует Давид. Персонал больницы начинает подозревать, что у Алабиной начался роман. Красная зона. 23 и 24 серия. Сергеев, Лариса с помощью Бородиной решают помешать Хлебникову провести тендер. Кирилл идет на поправку. После операции Ксения не чувствует пальцы ног. Хореограф девушки, узнав, что шансы Ксении вернуться к танцам невелики, отказывается ее навещать, уезжает. Маша получает роль в кино. Галаева составляет отчет о состоянии врачей в красной зоне. Положение Заславского и Хлебникова оказывается под ударом. Мария догадывается, что между Алабиной и Хлебниковым что, то есть. Красная зона. 25 и 26 серия. Хлебников и Кирилл успешно проводят операцию Наташи. Кирилл предупреждает отца, что пациентка связалась с бандитами. Бородина приезжает в больницу с ревизией и угрожает Хлебникову прокуратурой за смену поставщика медикаментов. Хлебников в замешательстве, он узнает, что тендер проведен в пользу родственницы Заславского. Давид делает Ксюше предложение стать его женой. Мария уговаривает Хлебникова переехать к ней и сыну. В больнице начинаются активные проверки. Красная зона. 27 и 28 серии Хлебников узнает, что у его друга Гонтаря агрессивный вид рака. В надежде ему помочь, Хлебников обращается к боевому товарищу из Сирии, чей брат онколог, и даже к бандиту Фалину. После проверок в больнице и выявления многочисленных нарушений, Бородина и Заславский решают договориться и пойти на сделку, чтобы убрать с должности Хлебникова. Хлебников убеждает друга, что ему необходима операция, и договаривается о перелете в Израиль.